Снова здравствуйте. Мы находимся в авиамодельном клубе Школы технического творчества. И сегодня мы хотим и предоставить вам вниманию немножко о том, в какой среде летательные аппараты перемещаются, наши модели, самолеты. Вот. Это, конечно, все вам известное простое слово «воздух». Все передвигается, летающее по воздуху. И вот кажется воздух невесомым, а на самом деле он как свойство, имеющее как вот тело, вот он газообразный воздух, естественно, имеет какую-то массу. Вот. В низших слоях атмосферы и в нижней части он более тяжелый. Вот. И где-то установлено, что один кубический метр сухого воздуха при температуре плюс 15 градусов и давлении нормальном 700 миллиметров ртутного столба, он весит 1 килограмм 250 грамм. Так что вот видите, он имеет свой какой-то вес и массу. Воздух представляет собой смесь газов, составляющих которую покрывает нашу планету атмосфера. Вот. И если вы знаете, вы проходите это и в школе, что смесь этих газов в основном состоит 70% это азот, где-то 20-21% кислород и около 1% это где-то какие-то иные примеси. Понятно, загрязняя атмосферу какими-то иными газами, средствами, мы, конечно, ухудшаем и свойства воздуха, и мы, так как им сами дышим, вот так же подвергаем себя какой-то опасности. Также вы знаете, все простудные, аллергические заболевания, они происходят именно из-за плохого содержания смеси вот, воздуха. Авиамодели также передвигаются по воздуху, и узнать, вот, где и как лучше совершить полет модели. Конечно, моделисты, они выбирают открытые площадки, там, где потоки воздуха более равномерные, прямолинейные, можно так сказать, ламинарные. Вот. А где-то в каких-то других местностях, там, да, вот в горных местностях, там плотности воздуха различные. У Земли он более разряжен, как вот на равнине. Вот. Естественно, в горной местности модели более удобно запускать, потому что там плотность воздуха меньше, и модель, естественно, будет получать наименьшие сопротивления при движении по воздуху и будет находиться дольше в полете, планировать, совершать какие-то маневры. Вот. Ну, еще что у нас? Ну, вот такое есть еще. Вот. Воздух имеет температуру. Вот, в среднем, значит, она у Земли, она согласно каким-то там нашим атмосферным явлениям. Там, значит, если лето, то тепло, если осень, то прохладно, зима, это холодно. Вот. И по мере удаления от поверхности Земли и меняется и температура воздуха. Вот, например, где-то на 6,5 градусов при измерении расстояния в 1 километр. И таким образом, чем выше от Земли, тем холоднее. Вот в умеренных широтах на высоте 10-12 километров, вот, это изменение воздуха происходит также на 6,5 градусов. В умеренных широтах 8-10 километрах постоянно убывающая температура называется тропосферой. Вот. И больше уже 20-25 километров там уже температура меняется, ну, более значительно и составляет где-то минус 56 градусов. А выше 50 километров
она начинает расти и получается около 0 градусов. И весь этот слой атмосферы, лежащий выше тропосферы, называется, как вы где-то, может, и слышали, стратосфера. Были такие передачи и фильмы «Полет в стратосферу». Это, конечно, вот высота как раз около 50 километров выше. А на высотах еще выше температура воздуха начинает опять понижаться на 3-4 градуса. И на высоте где-то 80 километров она снова растет, а потом достигает к высоты, измеряемой, вот было достаточно точно, 126 километров, она составляет 176 градусов плюс. А еще если выше, проводились замеры, выше 200 километров, температура там составляет 1260 градусов. Вот так вот воздух неравномерно имеет такие вот параметры температуры. Подобию всем веществам, воздух имеет массу, потому что он притягивается к Земле и создается атмосферное давление, потому что так как он газ, он имеет вес, и верхние слои они давят на него, и вот чем ближе к Земле, тем как бы давление это меняется и более повышено, чем, как я говорил уже ранее, на расстоянии там 5-10 километров. И вот можно как проверить, если взять цилиндр, наполнить его ртутью и с одной стороны перевернуть, где вытекающий конец, и перемещая его, ртуть будет выливаться, но она выльется не вся, а выльется где-то порядка 760 миллиметров. Это то, что и соответствует давлению вот атмосферного, значит, положения на воздух. Вот. И вот вы знаете, это ртутные термометры, они достаточно точные, их применяют и сейчас вот, в каких-то измерениях. Вот. А перемещая этот столб ртути в более возвышенное положение, вот, жидкость будет вытекать, там давление меньше, и значит и ртутный столб будет ниже. Вот. Еще можно сказать, что воздушные массы, они как бы находятся в таких положениях, да, если Земля прогревается, и, естественно, теплый воздух идет кверху, это называется восходящий поток, или еще его называют термический термо. Ну, термо-слово вы знаете, это нагревание термо. Вот. Конечно, в такой среде лучше модели испытывать и запускать. Их сам даже как бы воздух будет стараться приподнять в небо выше. Вот. И, естественно, полет будет более благополучным. А вот если прохладно и атмосфера более горячая, а Земля, например, поверхность Земли более холоднее, то, естественно, все происходит наоборот. И это называется как нисходящие потоки. Вот. В этих, конечно, таких воздушных массах возникают еще и какие-то воздушные завихрения. Усиливается там движение ветра, скорость ветра растет. Вот. Естественно, в ветреные погоды, хоть и кажется, что штиль на улице, да, а мы все ощущаем слабое дуновение ветерка. Вот. Это где-то 3-5 метров в секунду вот, человек ощущает уже на себе, по своему как бы телу, вот, прикасание вот этого вот движения скорости ветра. Вот сегодня мне хотелось бы закончить нашу как бы встречу словами девочки Светланы Гумбатовой. Она в свое время обучалась в авиационном центре Новосибирска. И вот она так была влюблена в небо, влюблена в полет, влюблена в самолеты, планера. Вот, и она даже писала стихи.
Вот послушайте, какие хорошие стихи. Называется «Полет». Полет – это лучше, чем все на земле. Полет – это прелесть красот. И если бы мне что предложили взамен, я выбрала только полет. И еще вот это вот четверостишее мне очень самому нравится, и многие его оценили. Мечта есть одна в жизни летчика. Это познать с высоты широту всех широт. Любовь летчика – это небо. А главное в небе – полет. До свидания.